За оскорбление власти в интернете будут наказывать. Российские сенаторы внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании за неуважение к государству. Они предлагают признать интернет общественным пространством, на которое должен распространиться запрет на публичное оскорбление чиновников. Негативные комментарии, возможно, приравняют к мелкому хулиганству, за которое предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.